Жарю рубленые котлетки на обед. Это уже все последнее. Нажарила целую тарелочку. Уже запекаю кабачки. Посолила, поперчила чесночком и морковочку. Кабачки побудут в духовке несколько минут. Потом я их посыплю сыром, зеленью. Ну, еще подумаю, может быть, сыр смешаю с йогуртом или сметаной и зеленью помажу, или так посыплю. Вот такие у меня овощи к мясным котлеткам рубленым. Кабачки готовы. Вот такие они получились. Вкуснятина. С сырной корочкой. Как я люблю. Ну что ж, рубленые котлетки из индейки и кабачки на обед. Будем обедать. Кто кушает, всем приятного аппетита. Всем привет. Приехали на дачу к родителям. Такая красота здесь. Я посадила здесь кабачки, цукини. Здесь уже брат мужа посадил кабачки. Туалет, теремок. Клубничка. Уже цветет. Погода всего лишь 2 дня была теплая, солнечная. Сегодня дождь. Весь день. Солнце, дождь. Но тепло. Грядки, лук. Там картошка уже зашла. Здесь тоже будет картошка. Цветочки. Сын построил курятник. Купил 10 курочек. И они несут яйца каждый день. Пока только по 3 штучки, не молоденькие. Красота. Решили приготовить плов. Всем, кто кушает, приятного аппетита!